Друзья, ну что ж, всем привет, это самый какой-то проклятый аккаунт, это уже четвертый, по-моему, выпуск на этом аккаунте. Первое, где моя жена открывала, мы донатили сюда $100, 2000 гемов, и тут нету всего лишь одной легендарки, и очень хороший шанс, чтобы вы понимали. Потом я записал выпуск, где я донатил, потом я второй выпуск записал, где я донатил, и ноль, вы понимаете, ничего не падает вообще, ну, пассивки падают, но это не то, шанс не меняется. Я просто охреневаю, ребята, я охреневаю, сколько нам еще придется сюда задонатить, чтобы выбить эту последнюю легу с хорошим, напоминаю, шансом. Заодно, возможно, это будет ролик, эта серия роликов будет в качестве эксперимента, что не так уж и легко, видимо, даже когда остается последний хороший шанс выбить легу. Ой, господи, ну вы поняли. Короче, друзья, в прошлом ролике я просил набрать 20 тысяч лайков, я записываю еще одну серию. Вы набрали 50, ребята, 50, это очень много. Спасибо вам большое. Ставьте лайк на этот ролик, если мы сегодня не выбьем. Если опять набираем 20 тысяч лайков, я сразу пилю еще одну серию. И буду пилить, пока не выбью. Интересно, сколько еще таких роликов? Представляете, это может бесконечно длиться. Деньги не бесконечно, конечно, но тем не менее. Ребят, ставьте лайк, я буду донатить и записывать, пока не выбью легу. Все, это просто цель. Это жесть, ребята. Рекламная пауза, и я доначу. Поехали. Друзья, спонсором данного ролика являются мои друзья OneX. Вы прекрасно знаете, что здесь надежность, широкий выбор событий, моментальные выплаты, большие коэффициенты. А также для всех зрителей, для всех новичков мы подготовили мой личный промокод Holdik, по которому вы получите до $100 бонуса. Вся полезная информация будет закреплена в комментариях. Может, кто-то скажет, что проще было бы купить уже Сэнди в магазине. Да, дешевле и проще. Но мне уже просто принципиально интересно, сколько. Мы потратили, кстати, уже, по-моему, 250, по-моему, долларов. Надо подсчитать. Подсчитайте, если вам не сложно. И вот еще доначу. Полтинник, вот, делаю скриншот. Еще полтинник улетает. 950. Я сейчас открою эти два бокса, представляете, с них дропнется. Давайте проверим. Фух, ничего не дропнулось. И слава богу. Этот. Оп. Все. Смотрите, у нас получается по пассивкам. Нету ударила пассивки. И больше я не нашел персонажа, у которых нет пассивки. Поэтому, если будет один предмет, это либо Дэрил пассивка, или Сэнди. Господи, я уже хочу реально ее выбить. Не знаю. Давайте откроем один мегаящик. Хотя это на самом деле не меняет сути. Большой буду я открывать или мегаящик. Ну, мне просто хочется его, он 60 гемов. Мне кажется, вот сейчас именно с этого ящика дропнется эта конченая Сэнди. Я ее ненавижу. Поехали. А, нет, ничего. Итак, ребят, шанс по-любому должен увеличиться. Ах, еще нет. Фух, это просто люто, люто. Ребят, 900 гемов. Я это не знаю, четвертый, мать его, выпуск. Я надеюсь, пятого не будет. Но если мы не выбьем, поддержите. Я буду донатить, пока не выбью. Серьезно, вот просто интересно, сколько еще? Сколько еще надо? И с первого же сундука просто. Блять, это же может быть пассивка. Это же может быть пассивка. Блять. Иди нах. Все, мы ему все пассивки выбили. То есть этот аккаунт, он как моя основа. Он как моя основа, этот аккаунт, серьезно. Охренеть. Поехали. Ребят, пожалуйста, подпиской поддержите. Пожалуйста. Завтра, ребята, в пятницу, 27 числа, будет сонный Сэнди скин. А также я... Ну, уверен, что будет розыгрыш и самой, точнее, акции с самой легендаркой. Ну, так они в основном делают, что Лего плюс скин. И я вот этот пак Лего плюс скин завтра на своем канале разыграю. Вы видите, что, блин, ну, повести может каждому, потому что доначу я очень часто подписчикам. И вот завтра особенный день, потому что, ну, такие акции не каждый день бывают. Поэтому не пропустите, подпишитесь на мой канал, на мой инстаграм, следите за новостями. Завтра, я не знаю, во сколько выложу ролик. Вы в школе будете, наверное, ну, кто в школе учится, кто в университете, не знаю. Просто во сколько опубликовать ролик. Но я, наверное, сразу, как только она появится в магазине, следите. Поучаствовать можно будет как вечером, так и утром, так и днем. Главное, не пропустите этот видос. Нажмите на колокольчик. Потому что завтра Сэнди уже будет не так. Можно со скином ее было бы купить. А я занимаюсь какой-то херней.
Надо до завтра ее выбить стопудов. Я не хочу вот так вот просто. Мне интересно проверить, сколько донатить надо будет, чтобы выбить последнюю легу с шансом 0.5. Чтобы вы не думали, что у вас когда шанс 0.5, вот так вот задонатил и все, и выбил. Чтобы вы знали, что лучше не тратить деньги. Ну, допустим, да, вот человек хочет, у него там накопилось $20 или, не знаю, 50. И он думает, что вау, у меня шанс крутой, значит, я легу получу. Но это его последние деньги. Так вот, смотри и не учись на моих ошибках. Я уже 4-й ролик записываю, и нихера, нет, не падает. Просто, я не знаю, если сегодня не выпадет, да пошло оно. Не, ну я по-любому закончу. Я думаю, что сегодня выпадет. Это должно случиться. Фух. Я уже не знаю, меня просто это... Я, блядь, открываю, а, блядь, Олега не падает! Я не могу просто, агрессию свою не проявлять. Блядь, ну вы шутите? Ну у меня уже просто реально нет слов, блядь. Мне уже похер на эту Легу, абсолютно насрать. Просто покажите мне ее, что она есть, блядь. 0.5 шанс. Охренеть. Пи... 400 гемов осталось. Не, вы серьезно? Вот это тоже минус полтинник до... $350 гемов осталось, друзья! Она и не думает падать вообще! Приблизительно намека нет. Хотя как это намек? Это 0.5 предметов? Блять, что такое? Че так бомбит? Давай уже, Лего, ну серьезно, блядь, нам что, еще один выпуск записывать? 300 гемов осталось, пацаны. Это что, самая редкая Лего или что? Не, ну... Блядь, просто где логика? Что за крайности такие в игре? Акция с легендаркой стоит 400 гемов, да? Это сколько? Ну, это 30, максимум $40. То есть человек за $40 может получить Легу. А выбить ее даже за 300, за 400 не может. Почему такая крайность? Почему донатер, который может купить акцию вот так вот, ну, дешево получает, а вот... Тот, кто будет выбивать ее, хрен он получит ее. Вообще, никогда. Все, забудь, никогда ты не получишь ее. Смотрите, сколько я уже доначу. Это сколько человеку надо... Охренеть, просто охренеть. Вы либо цену повышаете на покупку Леги, потому что, ну это... Не знаю, мне кажется, что... Либо повышаете шанс, чтобы она чаще падала обычным игрокам. Так как, ну блин, донатер очень легко ее и дешево, я считаю, может получить. А обычный игрок... Что это такое? Что? Ребят, осталось 118 гемов. Это 3 сундука. Да, 3. И там не хватит, может. Ну, я, может, еще на один. Раз. Два. Три! Да, ребята! Я специально не хотел реагировать никак. Ух, специально. Она меня бесит. Тьфу, конченая Сэнди. Это последний был выпуск на аккаунте Тащер. Просто ради одного персонажа. Теперь давайте посчитаем, сколько всего я задонатил. Ребят, всего было 4 выпуска на канале. Первый выпуск. Дал же не открыть сундук подписчика. Далее, сколько мне придется потратить денег на последнюю Легу. И я буду плакать, если она не выпадет. И этот. Засуммируйте. Как правильно? Короче, подытожите, пожалуйста. И напишите в комментариях. Мне просто интересно, сколько я потратил. И посмотрим, сколько будет завтра стоить акция. Я бы мог эту акцию купить, наверное, ну точно в несколько раз дешевле. Но зато я вам показал, что с шансом даже 0.5 хрен вы, ребята, выбейте Легу. Хрен. Посчитайте, сколько сундуков я открыл. Вот, посчитайте, сколько мне понадобилось.
Не тратьте деньги на открытие боксов. Это самая бессмысленная трата денег. И я тому пример. Что я задонатил очень много, это невыгодно. Лучше донатить, ребята, если вы решили донатить, мой вам совет. Покупайте даблеры, покупайте билетики, играйте в раборубку. Это самое будет выгодное вложение, если вы, ну, решите, что для вас не жалко задонатить в игру. И вот с умом задонатить, только так, ребята, только на билетики и только на даблеры тратьте гемы. Не открывайте сундуки, вот это лохотрон, вот это казино, вот это XBET. Не, это, блин, надо вырезать. Не, XBET, конечно, с казино я не хочу сравнивать. Это такая шуточка была. Но это реально, блядь, это реально, сука, блядь, казино. Накрученное казино, блядь, где ты больше зальешь, чем получишь. Поэтому лучше покупайте либо готовую акцию, либо билетики, либо же вообще не донатьте. Играйте без доната, оно того не стоит. Если, конечно, у вас нету лишних денег. Спасибо за просмотр. Поддержите лайком. Фух, мы закончили. Бля, я думал, еще придется ролик пилить. Фак, просто фак. И именно на последнем боксе. Не, у нас оставалось 3 бокса, да? На предпоследнем боксе нам дропнулась эта мразь Сэнди. Мразь. Все, ребят. Теперь ждите ролики на моем твинке. Фух, слава богу. Все, больше так донатить не буду. Это надо немножко заканчивать. Все, ребят, спасибо. До новых встреч. Пока! Thank you.